Приветствую вас всех, уважаемые подписчики и новые зрители. Вы на канале Дима Свою, и как обычно с вами я. Итак, сегодня 7 сентября и заканчивается осенний марафон 2020 World of Tanks. Охота на лис. Начался он 28 августа в 9:00 и сегодня закончится 7 сентября в 9:00. Но не забывайте о том, что у вас есть возможность докупки не сделанных боевых задач. То есть с 7 с понедельника, с 9 утра, после окончания марафона, до 10 сентября, до четверга, то есть у вас с понедельника по четверг масса времени, до 10 сентября, 9:00 утра, вы можете докупить не сделанные боевые задачи по именно марафону, по этапам. То есть вы можете докупить этапы. Ну вот. И что хотелось бы сказать. То есть я на данный момент сейчас 7 часов 15 минут 7 сентября. Я закончил марафон. Я поставил себе в ангар уже CS-52 лис. И по цифрам, о котором я хотел вам упоминать, рассказать, как именно и сколько боев я затратил на прохождение этого марафона. Итак, с первого по третий этап я потратил 39 боев. На четвертом этапе 40 боев. Пятый этап у меня занял 70 боев. Шестой этап 80 боев. Седьмой этап 85 боев. Восьмой этап 96 боев. Девятый этап 115 боев. И десятый, самый жесткий этап был 139 боев. То есть, чтобы заработать 246 тысяч чистого опыта, я затратил 664 боя. Ну, соответственно, не буду говорить о количестве времени. То есть, за эти 10 дней я провел 664 боя на различных танках, но в основном я играл на AE Phase 1. То есть я играл на девятке, которую я закупил после получения последнего жетона в Стальном Охотнике. И большую часть, конечно, я катал на AE Phase 1-1. И, соответственно, Су-130ПМ. То есть два основных танка, которые у меня были. И мне за эти 10 этапов понадобилось 664 боя для прохождения этого марафона. Ну, это то, что касается цифр. И я вот сейчас почитал информацию по поводу изменения по сравнению с прошлым марафоном на Бураско. То есть в этом марафоне добавили на 1000 больше. Но 10 этап, конечно, был жесткий, просто жесткий. Этой ночью он для меня давался очень тяжело. И опять же, неимоверные вещи, которые творились в рандоме, это просто необъяснимо было. Какая-то дичь натуральная. Там сливы за сливами шли, статистика у меня плавала. То есть в начале, до того, как я начал марафон, у меня было 46% побед. Ну, если быть точным, 46,33%. Ну вот, а средний урон за бой 871. Соответственно, я то поднимался вверх по проценту побед, то спускался вниз, но это на сотые, ну, даже на десятые. То есть я остался на 46%. И по итогу, по окончанию этого марафона, статистика у меня такова. Процент побед 46,3. То есть я на 3 сотых упал. Средний урон у меня поднялся на 8 единиц и составил 879 средуха. И по личному рейтингу, ну, там на 3 единицы всего поднялось. Как-то вот так вот. И сейчас вы видите первый мой бой. После того, как я поставил в ангар, снарядил его оборудованием. Я поставил на него орудийный досылатель, вентиль и стабилизатор. Я не стал ставить турбонаглетатель, который прилагался в наборе, шел к лису после прохождения. Но вот я решил заменить его на вентиль. Вот такая вот история. И как ни странно, лозунг от ВГ был
готовьтесь к тому, что придется выложиться по максимуму. Ну, на самом деле так и получилось. То есть 664 боя, это просто жестко за 10 дней. Это на самом деле адский марафон. И когда они говорили, что пора испытать себя и получить этот танк бесплатно, это не испытание, это просто мучения были. И, как вы видите, я сыграл на этом бое, отыграл не очень хорошо, но вот, а потом я решил понаблюдать за Бураской, который был в предыдущем марафоне, и он также попался мне в этом бою. То есть мы в одной команде были, союзник мой с ником Толяшка, ну, ник Толяшка уже обо всем говорит, он был и до сих пор остается во взводе с Артой. Ну вот, и я потом решил переключиться на него. То есть, еще раз повторяю, это был жесткий марафон, и более 600 боев потрачено, неимоверное количество потрачено времени, но все-таки я заработал эту награду, я выложился по максимуму и заполучил этот танк. То есть, в прошлом марафоне на Бураска мне не удалось добраться, и я не хотел донатить вообще от слова совсем. Ну вот, на колеснике ЕБР я дошел до 4 уровня, но я тоже огромное количество боев потратил. Ну, вот как-то так получил танк. Спасибо, как говорится, всем, кто поддерживал меня, спасибо моим подписчикам, всем зрителям, которые смотрят. Огромное еще всем спасибо за поддержку и что верили в меня. Всем пока-пока.